тоже? Их тоже. Спасибо, Хэрриет. Ух ты! Фрэнклин, зачем тебе бейсбольная перчатка и маска? Сейчас ведь середина зимы. Но я целых 3 дня буду у медвежонка. Я должен быть готов ко всему. Но я так и не пойму, почему мне нельзя с вами в это спа. Грязевые ванны – это здорово. Я уверен, что с медвежонком тебе будет веселее. А Хэрриет прекрасно отдохнет у тетушки, не так ли, милая? Мы будем печь кексики. Хорошо, я собрался. Ты ничего не забыл? Что? Нет, мне не нужен, Сэм. Ты уверен? Мам, я уже не маленький. Эй, это моя кепка. Привет, Фрэнклин. Здравствуйте, миссис Черепашка, мистер Черепашка. Привет, Хэрриет. Привет. Мам, Фрэнклин пришел. Пойдем, Фрэнклин, сделаем снежных ангелов. Здорово! Похоже, малыши весело проведут эти выходные. Еще раз спасибо за то, что посидите с Фрэнклином. Приноси смешки для Хэрриет. Похоже, они с Би хорошо провели бы время. Может быть, когда она слегка подрастет, хорошо, Би? В этот раз она погостит у тетушки. Спасибо за поддержку. Пока, Фрэнклин. Пока, Фрэнклин. Пока, повеселитесь. Пока. Пока. Надеюсь, все будет в порядке. Да, он отлично проведет время. Вот это веселье! Мальчики, мальчики, не запускайте снег, пожалуйста. Что будет, медовые блинчики? Ура! Удовольствием! Ух ты, здорово! Папины блинчики самые лучшие. Опля! Вкусно выглядит и вкусно пахнет. Одну ложку или две, Фрэнклин? Одну, пожалуйста. А мне, пожалуйста, 3. Вот здорово! Дома мы едим много латука. Да. Простите, пап, покажи ему олеоп. Сейчас олеоп. Папа смешной. Ага. Я придумал. Давай слепим снеговика. Да, слепим самого большого снеговика. У моего папы есть шляпа, которую мы всегда надеваем. О, но его здесь нет. Все в порядке. У моего папы много старых шляп. Эй, а может быть лучше слепим снежного пса? Или снежного тигра? Ух ты! Медвежонок, ты только посмотри! Как насчет снежного дракона? Здорово! Вы еще не спите? Мы хотим слепить снежного дракона, мам! Тогда вам нужно отдохнуть. Спокойной ночи, медовенький. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Фрэнклин. Спокойной ночи, миссис Медведица. Здесь темно. А дома ты включаешь светильник? Иногда. Я тоже. Ну, иногда. Что это было? Это просто дом разговаривает. А папа говорит: не волнуйся, медвежонок, он тоже ложится спать, как и мы. Спокойной ночи, дом. Спокойной ночи, дом. Ура! Да! Что, уже утро? У нас получится отличный снежный дракон. Начнем с головы или с хвоста? Да. Думаю, с головы. Тогда покатили. Ух ты!
Ребята, вы, наверное, проголодались. Весь день драконы лепят. Ага. Спасибо за сэндвичи, мистер Медведь. Они с медом? Мои любимые. А мама обычно делает их на обед с латуком. Прости, Фрэнклин, но латук закончился. Ничего страшного, они вкусные. Эй, медвежонок, жду не дождусь, когда мы слепим хвост. Я тоже. Но сразу после тихого часа. После сна? Сейчас же только полдень. Да, это мой первый тихий час. Послеобеденный. А сколько у тебя их всего? Так, послеобеденный сон, трехчасовой сон, сон перед ужином, мой... Еще три, и хвост готов. Подожди, я думал, что хвост с этой стороны. А мне кажется, стой. Эй, как насчет двух хвостов? Здорово придумал. У нас получится потрясающий дракон. Тебе бы лучше их высушить. Ну что мне надеть вместо них? Дружище, твои варежки великоваты. Я их носил прошлой зимой. Сейчас они мне малы. Эй, а давай сделаем крылья. Острые и тоненькие. Давай. О, нет. Все в порядке, Фрэнклин. Я его поставлю обратно. Спокойной ночи, Фрэнклин. Спокойной ночи, медовеньки. Было весело. Мы так много успели сегодня. Ты много успел. Надеюсь, варежки высохнут до завтра. Эй, ты здорово помог. Даже в мокрых варежках. Медвежонок, мой папа иногда читает мне сказки на ночь, чтобы я лучше спал. Может быть... Может высохнут, а может и... Отличная работа! Морковки вместо зубов! Лучше не придумаешь! Когда же высохнут мои варежки? Они не держатся! Все нормально. Давай я воткну, Фрэнклин. Но я сам хочу, но не могу. Мне нужны мои варежки. Эй, Фрэнклин, ты как? Для меня все здесь так непривычно. Но нам же весело, разве нет? Конечно, просто я по маме с папой очень соскучился, их не хватает. Но они скоро приедут. Фрэнклин, держи свои варежки. Спасибо, здорово. А это зачем? Мистер Черепашка, миссис Черепашка и Хэрриет. Мы слепим снежных черепашек. Класс! Пахнет. Кто хочет запеканку из латука? Запеканка из латука. Латука? Так вкусно пахнет. Твоя мама оставила рецепт. Но я не уверен, что правильно приготовил. Фрэнклин, попробуй и скажи, что не так. Конечно. Нужно добавить латук. А можно мне с ложечкой меда? И мне тоже. Спасибо. Ты разве не собираешься спать? Сейчас. Я не могу спать без панциря. Панциря? Теперь я знаю, что взять, когда приду к тебе погостить. А можно я с вами? Конечно. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, медовенький. Спокойной ночи, Фрэнклин. Но
Надеюсь, Фрэнклин не сильно скучал без нас. Но Фрэнклин был не один. Он был со своим лучшим другом. Мама, папа, смотрите. Дракон! Здорово. Посмотрите сюда. Это мама, это папа и я. А где же Фрэнклин? Я здесь! Фрэнклин! Всем привет! Я так соскучилась, милый. Я тоже соскучилась. Давайте заберем вещи и пойдем домой. Я приготовлю твое любимое блюдо, запеканку из латука. А мы ее ели вчера на ужин. Ага. Нам потребовалась помощь гурмана, чтобы ее правильно приготовить. Спасибо, что вы были так гостеприимны с Фрэнклином. Пойдем, медвежонок. Бежим. Давай сделаем дракону большие крылья. Отлично. Не думаю, что он хочет уходить. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году.